Давайте все-таки разберем, что же такое личная эффективность, как добиваться результатов быстро и, самое главное, не обнуляться и не терять в процессе. Очень многие люди занимаются лайфхаками, они ищут какие-то непонятные новые техники, но они пропускают самое главное. Они пропускают то, что является призванием каждого человека. И если вы не идете по своему призванию, если вы занимаетесь бизнесом, который придумал другой человек за вас, вы, скорее всего, не добьетесь результатов. Потому что у каждого человека в жизни есть призвание. И когда человек начинает заниматься своим призванием, тогда у него начинает получаться, тогда у него появляется изобилие и удача. Подумайте, вспомните, чем вы хотели заниматься всю свою жизнь, если бы у вас были деньги? Я прекрасно понимаю, что многие устали и ничего, кроме как отдыхал бы, не могут придумать или путешествовал. Но через полгода, и я это сам пробовал на себе, у вас будет желание чем-то заниматься, быть чем-то как-то полезным этому миру. Вот чем бы вы занимались? Многие люди, которые изучают психологию, гадание, астрологию и так далее, они хотят подсознательно научиться помогать людям. К сожалению, многие тренинги и многие учителя, которые распространяют эти знания, они не понимают, чему они обучают. Они не знают, как из этого сделать бизнес. Я же научился и попробовал это на себе, доказал людям и стал миллионером именно на том, что является моим призванием. Мое призвание всегда было помогать людям. Я этому обучаю. Я не только обучаю инструменту, который дает гарантированные результаты, но я также обучаю, как привлечь клиентов, как продать и как заработать. И мои ученики зарабатывают от 10 тысяч долларов и выше. И я хочу, чтобы каждый из вас имел возможность это получить. И я хочу, чтобы у каждого из вас была возможность использовать эти знания, помочь себе и другим. И когда вы начнете двигаться по своему призванию, вам всегда, без исключения, будет вести. У вас будет изобилие, победа, нравственная чистота. И самое главное, вы будете получать удовлетворение от того, чем вы занимаетесь. Многие люди, на самом деле, подсознательно не хотят заниматься своим бизнесом, не хотят заниматься теми вещами в той индустрии, которую они якобы выбрали, по одной простой причине, оно не приносит удовлетворения. Потому что самая важная часть в любом бизнесе – это именно получать удовлетворение. И вот когда вы начнете получать удовлетворение, тогда ваша эффективность в бизнесе вырастет, потому что вы будете хотеть это делать, у вас не будет препятствий, вы будете просыпаться и ждать момента, чтобы сделать то, для чего вы были рождены. Сравните это с жизнью человека, который ищет лайфхаки, чтобы улучшить результативность в бизнесе, который он ненавидит. Это две разные жизни. И очень многие люди, которые к нам приходят, рано или поздно осознают, что те подъемы и, самое главное, падения, где обнулялось все, где уходило все в минус, было по одной простой причине. Им не хотелось заниматься тем, чем они занимались. Им не нравился бизнес, которым они занимались. Поэтому, если вы хотите получить счастье от своей жизни, вам нужно прокачивать не личную результативность, а именно понять, чем вы хотите заниматься. Если вы хотите убрать те подсознательные программы, которые вас заставляют заниматься нелюбимым делом, ходить на работу, то на моем бесплатном тренинге вы можете в первую очередь распознать их. Второе, вы сможете начать с ними работать. Вы сможете устранить в себе те проблемы в программном обеспечении, которые у вас есть. И это очень легко делать, когда вы знаете и имеете правильные инструменты. Поэтому я готов вам помочь абсолютно бесплатно. Переходите на мой бесплатный тренинг. Увидимся, и я вам помогу.